индикатор заряда и горизонтальная прокрутка в миниатюрном корпусе. В этом видео распакуем беспроводную мышку Logitech M325. В комплекте мышь, батарейка 2А и документация. При длине корпуса в 94,7 мм получаем крохотную мышку. Для очень крупной руки она может не подойти. Еще из особенностей отметим симметричную форму, которая ляжет и в правую, и в левую руку. По клавишам без изысков. Две основные кнопки и колесо с поддержкой боковой прокрутки. Наклоняем колесо влево или вправо и листаем страницу по горизонтали. Ниже колеса находится светодиод, говорящий об оставшемся заряде. Зеленый цвет означает от 50 до 100% заряда. Ниже 50 горит оранжевый. А если загорелся красный, то осталось не более 20%. Переворачиваем мышку. Видим оптический сенсор с разрешением 1000 dpi, кнопку включения и крышку. Под ней расположились USB-ресивер и гнездо батарейки, который хватит до 18 месяцев. Итоги. Если вы любите небольшие мышки и не любите провода, то это вариант для вас. Но вот любителям больших мышек и дополнительных клавиш придется посмотреть на другие модели.